Доброго времени суток. Пришли ко мне два оксиметра. Заказывал у одного продавца. Решил ради интереса заказать два разных, ну, с разными дисплеями. А по функционалу я не знаю, будут они правильно показывать или нет. Я вот только-только распаковал. Так, вот с этим оксиметром шел такой шнурочек. С этим вот такой. Минимальная инструкция. В эту длинная портянка. Что, давайте замерим. Так, и сравним с амосфитами. Пульс. На этом, кстати, показывает батарейку разряд. Сейчас, секунду. Светлее попробую сделать чуть-чуть. Так, не знаю, 93 кислород моргает. Пульс 68. На амосфитах 67. Ну, плюс-минус. Одна единица, но это нормально. В общем, по пульсу нормально. Смотрите, один показывает 95, другой 93. И моргает. Я не знаю. 94, мало, много, то есть, что он сигнализирует, я в этом не специалист, поэтому, кто в курсе, отпишите, пожалуйста, в комментариях, и я буду знать, и люди, кто не в курсе, тоже, я брал это в подарок, не, я, конечно, поищу информацию. Видим, да, какой дисплей у... Вот у этого верхнего. Ну, смотрите, пульс одинаково показывает. Только единственное, что у этого есть еще разряд батареек. Информация по ним. А у этого у красненьким дисплеем нету. Ну, забыл сказать, работают оба от двух батареек 3А. Все, спасибо за просмотр. Всего доброго.